Это Манахатим Гуд. Меня не рынцерлик. Я приехала из Монголии, Западной Монголии. Я там родилась. Называется город Усть-Янака. Учусь на Калмыцком государственном университете, 4-й курс экономического факультета. И я с детства занималась пением и до сих пор пою. И петь мне очень нравится. И люблю танцевать, люблю музыку слушать. И люблю с друзьями отдыхать. И в Калмыкии тоже много друзей нашла. И очень за это очень благодарна. Они очень добрые, мои друзья. Всем участникам желаю удачи. Здравствуйте, меня зовут Санжиев Андрей. Я родился в поселке Кеврул 25 декабря 2000 года. Позже пошел в Челгирскую среднюю школу, где окончил 9 классов. После окончания школы я поступил в КФА МГГУ, где учусь уже второй курс. В конкурсе «Айратские таланты» я узнал своей мамы буквально за день до кастинга в 11 часов ночи. Я очень рад, что прошел отборочный тур и желаю всем участникам удачи и всем спасибо. Всем привет! Меня зовут Колосовская Полина. Мне 13 лет. Я учусь в Палестинской классической гимназии в 7 классе. Я родилась 26 января 2005 года. С детства я очень сильно любила петь, и мама разглядела во мне маленькую певицу и отдала в кружок по вокалу. В 2016 году я поступила в музыкальное училище на вокальное отделение. Там я учусь уже около 2 лет. Я занимала первые и вторые места в республиканских, международных и всероссийских конкурсах. На сегодняшний день я участвую в конкурсе «Айратские таланты». Всем желаю удачи, успехов и белой дороги. Всем спасибо. Пока! Привет, меня зовут Жиргала, и я мама в декрете. Я родилась в Кичнеровском районе, в поселке Годжур, то есть я Асмуда-Кюкен. Я училась сначала в Гаджуранской школе, потом переехала в Троицкое, там проучилась, закончила 11 классов и поехала поступать в Санкт-Петербург. Поступила в Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна и закончила его со специальностью художник декоративно-прикладного искусства. После окончания университета я приехала домой, здесь проработала в сфере наружной рекламы полиграфии, а потом каким-то образом, точнее, проходил кастинг на телеканал «Хамдан», и я решила попробовать новое что-то. Там меня взяли на вакансию режиссера монтажа. После, ввиду обстоятельств, я уехала в Москву, там проработала несколько лет, и потом вернулась, встретила своего любимого человека, который сейчас является моим мужем, и с которым мы воспитываем замечательного ребенка, Айцана, ему 1 годик. И вот сейчас я участник этого проекта. Желаю всем участникам удачи, ну и себе тоже. Увидимся на концерте. Менет кюнтамини турлмит. 26 мая приглашаю всех творческих людей на второй отборочный этап конкурса «Айратские таланты», который пройдет в Айрат-арене. Начало в 11:00. Не пропусти.